Прибыли мы с Индиго в деревню, которая называется Астойя. На востоке она находится. Которая называется Отстой. Астойя. Отстой, это отстой. Ну почему отстой? Потому что это отстой. Видишь, отстой, ли? Астойя. У нас тут задание есть. Нужно получить ножницы. Ты уже около работников? Да, я около работников смотрю. Нету ничего. Нам нужен добытчик. Нету добытчика. Зато есть мужчины, с которыми можешь флиртовать. Смотри, можно у снеговика что-то взять. Ну-ка, давай. Ну, возьми, что можешь взять. Ты уже взяла? Я морковку сперла. Ну вот, у снеговика. Так, сейчас пойдем делать квесты. Я еще покажу на видео, как с факелами у нас получилось. Окей. Так, значит, нужно два факела. Как сделать вечный факел? Значит, вот этот факел, большая прочность, 120, это в мастерской сделано. Кладем его сюда. А второй факел нужен, чтобы он, который руками делается, простой факел. Который вот так делается. Из веток и соломы. Значит, положили хороший факел из мастерской. Зажгли его. Вот он горит. Прочность у него уходит. Вот, 99. Теперь берем простой факел. Вот этот вот. У него прочность, ну, там, меньше 100. И пока этот горит, перетаскиваем его вот сюда. Смотрите, какая прочность будет. Оп. Перенес. Раз. И у него прочность становится 390. Все. Теперь можно им пользоваться, потушить. Снова зажечь. И у него прочность вон сколько, 390. И когда она будет уменьшаться, уменьшаться, потом, чтобы снова его зарядить, такую же процедуру проделываем. Вот, например, сейчас 387. Снова я его, например, убираю. Вот у него 386. Кладем опять этот. Зажгли. И кладем простой, а у него прочность уменьшилась, 166 стал. Теперь я его сюда кладу. Раз. Опа, 396. Все. Вот такой вечный факел. Так, задание давай делать. Здесь нужно ножницы нам взять. А я возле нее стою. Это у нас задание камень, ножницы, пергамент. В Пистое взяли. Я по поручению Томилы. Не могли бы вы побыстрее найти их? Я немного тороплюсь. Она занята работой. Попробуйте их поискать. Осмотреться и найти ножницы. Ну вот еще и самому еще и искать. Так, это сейчас и карту. Как он где? На карте должно быть. А, да. Там кружочек появился. Да, да. Тут, кстати, вот еще один квест возьмем. Что-то тут молотками стучат, утепляются что ли? Наверное, тут смотри в бочках сколько, остроги много. Ну ты воруй так, чтобы незаметно было. А я не могу, пока они все видят. Тогда это не... нам нужно дождаться, чтобы темно было. Чтобы они спать все ушли, тогда только. А, вон нашел серебряные ножницы. Они в березу, вот тут. Work smart.
Так, ну все. Теперь все эти три предмета у меня. Можно их возвращать. Так, давай вот тут еще где-то квест есть. Вот у этого, вот у этого мужика. Да, да. Ну, куда ты пошел? Hello. Чем помочь? Ему надоели комары. Ты читаешь? Я не читаю. Что? Ну, сделай читать. Ну, сделаю. Жена сошла с ума. Добросулька хочет усыновить ребенка. Ты что, ее так зовут? Добросулька? Сынка. Что за такое имя у нее? Так, это все хотел у нас дома, нет, и что? В общем, она хочет ребенка взять, а он, видимо, не хочет. Что мне выбрать-то, какой? Второй вариант или третий? Так, вот сейчас я посмотрю. Все, случайно выбрать ребенка, если вы не чувствуете себя. Третий, да. Любопытный мальчик. Значит, и задание. Поговорить с Добросулькой. И Жувия какая-то. Ну, пошли, они тут все рядом. Слушай, а стой, я какая-то маленькая, тут всего несколько домов. Ну я ж тебе говорю, отстой. Поэтому так называется? Ну да. Это отстой. Ой, смотри, тут кто есть. Кто? Тут покупать будем барашка. Барашка. 1000 стоит, ничего себе. Ничего себе. По 1000 барашки. Как это уречено? Вот Добросулька, я ее нашла, сосульку. Ну давай, разговаривай. А я послушаю. О, и козы тут. Козы по 500. Он хочет, чтобы с ним мальчик жил. А как быть с вашим мужем? Он всю жизнь проводит в борьбе с комарами. Интересная жизнь. Правильно, потому что они на озере живут, тут комаров много. Подходите ли вы на роль приемной матери? Это, наверное, польское имя. Добросулька. Не что ты выберешь?
я сначала прочту. Я же не могу так быстро на русском читать, как ты. Ты что, медленно читаешь? Ну да. Мне надо еще как-то слова эти переварить и перевести на немецкий, чтобы не понять смысл. Не надо переводить, сразу на русский переводить. А так у меня не получается смысл хорошо понять. Как думаешь? Ну, ты выбирай, либо отдавать ей, или не отдавать. Нет, ну ты, ну мне, нам еще с другой разговаривать. Ну, вот ты как думаешь, здесь первый или какой? Ну, я не знаю. Ну, первый. Всего вам доброго. Теперь поговорить с Увия. Так, подожди. Извини. Может, мне пока тут поворовайкать? Нет, и пока светло, не надо. На улице днем, да, можно в домах воровайковать. А ты что, здесь шепотом стоишь? Да, я когда, прежде чем сундук открывать, приседаю. Попался? Попался. Я тебе поймала. Днем нужно в домах смотреть, а вот вечером... Иди разговаривай со следующей. Кто поговорит с Зовия? Вон она, вижу ее, да? Иди разговаривай. Он тут ничего ценного нету. Ну, еще один снеговик. Мешок украсть. Зачем нам мешок? Девушка? Это же мальчик. Вот ребенок мальчик, его зовут Яник. Вы его вообще видели? Ну, значит, ей не надо отдавать. Она не соображает, мальчик или девочка. Смотри, второй вопрос. Я, которая следует правилам, уже хорошо воспитывает ребенка, но вы даже не знаете, что он не девочка, а мальчик. Ну, вот второй тогда. Вот все, не все ли равно, мальчик это или девочка? Ну, этой тогда точно не надо отдавать. Если ей все равно. А тут только один вариант, первый. Значит, надо этой сосульке отдать. Да, сосульке. You're so handsome. Why don't you have a wife? Теперь иди с Яником говори. Янка. Ну, тут одни дрова у них. Мне дрова тоже надо. Ну, дрова у нас полно. О, 100 монет. Шапку нашел. Вот это хорошо. Тебе одевай. Дам. Нет, сразу ты одевай. Почему тебе дам? Нет, не хочу я шапку, мне не нравится. Плюс 8 защита от холода. Вот, одевай. Ну давай тебе дам.
Не встретивай. И не споришь, и не спори с женщиной, это все равно проигрышный. Ну а так у тебя уши мерзнут. Как на русском? Проигрышный вариант. Ты говорила с Яником? Нет, еще я тебе что? А ну-ка покажись все. Какой ты, видишь, какой ты, вот видишь, как тебе идет. А мне она совсем не пошла бы. Нет, и тебе бы пошла. Нет, это она мне не нравится. Какая-то шапка, как горшок надели. Как котелок. Вот и мальчик, Янок, ну-ка давай говорить с ним. Разговаривай. А ты читай. Да, сейчас, минутку, телефон. Нет, он сказал, что вот люди здесь спорят, кто меня возьмет, какой семья меня возьмет. Ну, какая семья меня возьмет. И, ну, я это уже долго жду, ну, когда они решали, решение будет принимать. И я голоден, я хочу есть, и, ну, уже проголодался, я голоден, я хочу есть, и я хочу пить. Они даже не созволили, она его спрашивает, а что, они тебе даже не созволили тебе накормить? Ну вот здесь или первый, или второй выбирай. Сейчас, не мешай и не беспокой других. Так же, если что-то правило, просто не кормить вот так. Придется хлеб покупать. Ну, слушай, мы не говорим о своё решение, а вот на это хлеб не кормить. Какое взять? Второй. Второй? Да. Бурдюк с водой. Ой, где мы это все возьмем? Пшеничный рулет, сушеное мясо у меня есть. Пшеничный рулет, бурдюк с водой у меня есть. Так, у меня есть. Пшеничный рулет только найти? Да, вот сходи здесь, купи у кого-нибудь пшеничный рулет. У кого-нибудь. А бурдюк с водой я сейчас сделаю. А тут торговцы-то вообще-то хоть есть? Да, есть. Да, есть. А, нет. А что это у меня, я не могу бурдюк с водой наполнить? Почему? Как не можешь? Сейчас я попробую. Так, торговца надо найти. Так, бурдюк с водой есть? Сушеное мясо есть, пшеничный рулет надо только. Не знаю, где мы его найдем. Он продается, наверное, у кого-то. Я торговца не могу найти. Ты вот так, подожди сейчас. А, они надо... на карте же должны как-то помечены быть. Нет, ты вот когда кнопочка вот нажимаешь, чтобы все хорошо смотреть, вот не мило торговец я вижу. Ну говори. Так, у нее только одежда. Hello. Whatever you need. I've got it. Так, у этого только рыба. У этой только одежда. Have a nice day. How is life treating you? Have a good day. Ну, наверное, только в этом, в центральной деревне придется еще потом... Еще одна, вот еще одна. Ну-ка, сейчас я смотрю. Иди сюда. Говори, потому что я только рыбака нашел, он рыбу продает. Так, это только яблоки, фрукты продает, саженцы, морковки.
это нет. Ну, наверное, из центральной деревни придется тащить. Нет, нет, сейчас мы найдем где-то. Здесь же кухня, таверна здесь все равно есть. На кухне надо смотреть, это верно. Ну что, начала? Нет, еще так. Да, мне кажется, это из центральной. Там с той стороны не было только? Нет. Тут на пристани рыбак только стоит. Он рыбу продает. Сизир его зовут. Торгует рыбой. Вот здесь надо смотреть. Так, вот тут торговцев много. Вот эти дни. Ты с кем разговаривала? Немила. Разговаривала с Немилой? Немила, я говорила, да. Я кнопочку нажимаю, и видно, где торговцы. Так все, тогда мы со всеми говорили. Зивия, Немила. А чё, больше я не вижу никого. Ну, значит, нам домой идти. И там вот покупать. Зивия, тут. Здесь не продается, значит. Только пока нам домой идти, так, а это кто, Немила? Так, нам пока домой идти? Герман? Да. Нам нужно дождаться, когда они пойдут спать. И вот здесь очень много острогов. И наворовать, и нам рыбаку дать. Очень много здесь острогов. В бочках везде на дороге. Прямо очень по много острогов. И доски тут. Ну, вообще-то они крафтятся там ветки только. Ну, нам надо дождаться, чтобы они ушли спать все здесь. Ну, сейчас уже, они уже, по-моему, пошли спать. Нет, они вот тут все сидят. Они здесь все собрались, а ты там в конце бегай пока и можешь поворовать. Так, Немила куда-то туда идет, где ты. Осторожно. Остальные все здесь на... А, нет, вон туда Немила пошла. Видишь, сколько здесь бочков? Везде в бочках. Вот эти остроги тут. Ну, сейчас уйдут. Побалуешь. Да, надо остаться, когда они уйдут. Так? Все. И мы тогда с тобой остроги, ну, смотри, здесь везде. На причалах тут остроги в бочках. Прямо, ну, навалом. Так, я пойду тогда пока с наемниками пофлиртую. Давай. Sometimes I get a feeling that the locals frown upon us. А, так тут только... I've heard about a man who ran a whole village entirely by himself. Здесь только одна женщина. Hello there. Ну, ты внимательно с ней. Прости, но ты для меня слишком молод. Не понравился ей. Ну ладно, давай воруй. Да. Ты почему? Я вот здесь, в знании, да, где знание? И вот где ты выбираешь хлеб? Нет, не хлеб. Шутыми, снов, рабочая пчелка,
А, это женский характер. Мужские шутник, изобретатель, прагматик, бродяга, жулик. Так, слушай. Где-то это было, положители. Почему здесь было написано женитьба между игровыми персонажами? Ну, то есть между вот тебе, ты, я. Почему там было игроками? Игроками там было написано. Где-то вот здесь я читала это. Я еще так удивилась, почему здесь написано, что между игроками может быть. Не помню уже где. Здесь написано, что можно между игроками, а в игре нет. Ну, значит, там просто перевод неправильный. Так, все, слышали. Они уже все спят. Ага. И минус. Кто меня увидел? Репутация минус. Ты минус 3 очка. Ну так ты прежде чем воровать, посмотри, чтоб никого не было. Так я посмотрела, никого не было. Ну, не знаю, кто-то увидел тебя. Да тут воровать-то нечего, я вот бегаю. Остроги, остроги бери. Так нету, я мне вот только там, где ты показала, а больше тут нету. Больше тут острог нету. Так, посчитаем, сколько мы в той деревне украли острог. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 острог наворовали. Востое. Рыбацкая деревня. Здесь рыбаки живут. 36 острог украли. Как ты думаешь? Вот четвертый мне нравится. Трудно сказать, какая семья подойдет тебе больше. Неважно, где ты в итоге окажешься, сделай свой выбор сам или брось монетку. А если монетка выпадет на Зивию, которая все равно мальчик или девочка? Да, а вот добросылка. Нет, ну в принципе, с одной стороны, Герман, давай так порассуждаем. С одной стороны, вот Зилия тоже неплохо. Ей все равно, мальчик это или девочка, главный ребенок нуждается в помощи, понимаешь? А не важно, кто это, мальчик это или девочка. Факт тот для нее, что ребенок нуждается в помощи. Ну, выбирай сама. А у Добросульки муж против него. Дом маленький, комары, и сама Добросулька тоже сказала, что его только его комары занимают. Так это мужа, а ей-то ребенком она восхищена. Ну да. Ну выбирай сама, какая разница. Нет, ну вот ты как думаешь, вот я просто с тобой советую. Ну не знаю, я бы Добросульке дал. У них тем более детей нету. Но у нее не будет детей никогда, да. Она бесплодная, она же сказала. Ну вот, и она хочет ребенка. Квест все равно засчитают, так что какая разница? Какой хочешь, такой выбирай.
А, вот здесь, видишь, Сирия женщина принципиально. Под ее крышей тебе, возможно, будет немного сложно, но ты ни в чем не будешь нуждаться. А, нет, все, из нее не подойдет. Добросумка внимательно наблюдала за тобой, и она, безусловно, восхищена. Ну давай добросумки тогда. Я говорю, здесь только два ответа. Или добросулька, или четвертый. Ну, монетку кидать в таком деле, это я уж не знаю. Добросулька, как-то странно, на меня смотрит, мне трудно смотреть ей в глаза, но, возможно, я хотела бы... Спасибо, навестите меня через некоторое время, когда я смогу ответ на историю. Что нам дали? Не знаю. А нам ничего не дали. Дождитесь следующего сезона. А, сезона, да, следующего. А что дадут? Не знаю. Ты этот не делал квест? Нет, не делаешь. Награда маленькая, 60 репутации. Так, ну все, домой назад? Да. Или в шахте еще. А нет, мы здесь ничего не найдем в шахте. А мы тут камни не оставляли в шахте, нет? А, или тут нету шахты? Здесь рядом нету. Ну тут есть шахта, но она не рядом. Ну, пробежаться надо. Окей. Это возле клонницы очень большая, богатая шахта. Там очень большая шахта. Так, ну в общем, все мы тут посмотрели. Ну тогда домой. Да, идем домой. Побежали.